Клинские травматологи освоили одну из сложнейших операций на коленном суставе. Теперь восстановить поврежденные связки можно не методом открытой операции, а так называемым малоинвазивным способом. Проще говоря, поврежденный мениск удаляют через прокол специальным артроскопическим прибором. Представьте, проколы один, максимум 2 сантиметра. Это для пациента удобно, меньше болезненности, и реабилитация идет быстрее гораздо, чем при заживлении больших ран. И рубцов не остается. Нашей съемочной группе удалось заглянуть в операционную, чтобы рассказать все тонкости подобного лечения. Репортаж об уникальной операции смотрите в новостях понедельника.